конечно, получат помощь от Америки, возможно, хотя реальную военную помощь мне трудно представляется, как эта помощь может дойти до Армении. Ну, это мешает ОДКБ, нет, другая не только, система нет, безопасности? Нет, даже здесь вопрос не ОДКБ, я говорю про чистую логистику. Ну, я трудно себе представляю, что вот Эрдоган соглашается, чтобы американское оружие через турецкое воздушное или наземное пространство дошло до Армении использовать против Азербайджана. Ну, я себе это трудно представляю. Ну, думать, что вот Соединенные Штаты попросят Иран, чтобы Иран дал возможность, чтобы американское оружие через территорию Ирана вошло в Армению, это тоже для меня научная фантастика. Но говорить, что это может войти в Армению через территорию Азербайджана, это уже смешно. А думать, что это может войти через территорию Грузии, тоже смешно, потому что мы знаем, что во время 44-дневной войны Грузия закрыла и воздушные, и наземные свои границы для транзита оружия в Армению, хотя каждый день через территорию Грузии Азербайджан получал оружие. Каждый день во время 44-дневной войны. Так что просто логистически мне трудно представляется, как США может отправить сюда оружие. Я еще не говорю, что все-таки это будет означать жесткую акцию против Азербайджана, реально против Турции, а все-таки Турция – это член НАТО, и несмотря на вот все эти разговоры, что Турция сейчас балансирует между Россией и США, но в стратегических вопросах все-таки Турция играет на стороне США.